Приветище! Сегодня мы с тобой побываем на игрушечной фабрике Поппи. Получи по жопе! Погнали! Ролик. Я как раз чайком сижу. You are about to see the most incredible doll. Ой, какой стрёмный видео. Давай, короче, мы перемотаем этого мужика. О, это другое дело. Еще одно видео. Папи, получи по жопе. Давай поговорим с этой девочкой, просто заведи ее. Здорово. Не дергай меня больше за нитки, а то я тебя во сне прибью. А еще я зафакала свою туфлю, почисти ее. И ты берешь тряпочку и чистишь ей туфельку. Это же так увлекательно. Туфля не оттерлась, три еще. Если вы задолбали стереть туфлю, вы можете расчесать эту девочку. И также вместе с ней понюхать цветы. Всего за 5 рублей 99 копеек эта девчонка будет ваша. По 3 выбышмыки. До встречи. Играй, зашибись. Но это еще не все. На нашей фабрике вы можете приобрести отдельно головы, руки, ноги и другие части тела кукол всего за 2 рубля 99 копеек и сделать с ними все, что захотите. Добро пожаловать на нашу фабрику Поппи, получи по жопе. О, отлично, видос прервался. Ну, в смысле, видишь, написано «видрес», то есть «ведро». Ну, закотали в видеоролик, все. Фаршмак Башмак представляет Поппи Плейтайм. Это я мальца обжегся чаем. О, я проснулся. Хуа чихуа, велком твою ж налево. Гифт шоп. Плей. Ексит. А, ну все, все слова сошлись воедино. Я знаю, где я. Нажми Escape, чтобы выйти отсюда нафиг. Ты шо, дурак? Я на закрытом предприятии по производству игрушек. Я всю детство мечтал сюда попасть. Тихо. Слушай. Кто-то мелком стены трет. Сейчас кому-то пакли потрываю. Кто-то пораполз. Бедолаг. 10 лет по кругу ездит. Страхи какие. Игрушку кто-то свой забыл. Кто бы это мог быть? Тараканы, походу, притащили, да, тебя? Киса. Кто ж тебя тут мог оставить? 10 лет никого на этом предприятии не было. Я первый живой человечек. О, интерактивчик, смотри, подъехал. Кнопочки потыкать можно. Не понял? Я еще только что был послан, что ли? Слышь, ты так не шути. Я тебя и сломать могу. Тупая коробка. Дверь откройте. Откройте двери. Я сейчас их выломаю нафиг. Я псих. Эй! Я понял. Смотри, что я понял. Ну, помимо того, что тут надо все крушить. Смотри на поезд. Красный вагончик, желтый вагончик, розовый вагончик. И зеленый поезд. 4 цвета. Ну и как бы все. Что ты от меня еще хочешь? 4 цвета и все. Сейчас рискнем. Давай, красный, желтый, розовый, зеленый. Да, вот это я хакер. Уф, 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 уф. Ты посмотри, какая дивная штука. Я только фиг знает, что это такое. Сейчас узнаем, наверное. Надо кассетку воткнуть. Показывай. О, опять кинцо. Как же вы задолбали. Пойду чай себе налью. О, подожди. Это же экзоскелет. Ва, я хочу эту штуку. Можно, можно я поближе подойду, посмотрю. А, о, какая классная штука. А, о, глаза жжутся. Чё, на, подальше отойти. Не зря родители говорили, что к телеку близко нельзя подходить, глаза испортишь. Короче, она может вот так, потом вот сяк подтягивать, вот так хватать, вот так двумя руками хватать, вот так голову отрывать и убивать. Fuck you. А, там энность. Fuck you. Ну ок, и тебе тоже fuck you. Так, значит, классная штучка, где ее добыть? Как мне ее взять? Подскажите, пожалуйста. А, о боже мой, она открылась.
Я ее сейчас возьму. Бойтесь меня, коробочки. Ну че, надо затестить же. Я теперь пятаки могу раздавать. Поясы, лови пятюню. Ладно, наше приключение по игрушке фабрики продолжается. У нас теперь есть возможность открывать все при помощи нашей пятюни. Ролета открылась, а там... Игруха. Огромная игруха. Здоровенная дылда, большая, лохматая, пушистая игруха. Лови пятюню. Что-то пятак обвисает иногда. О, странно, как-то мою. Ты чё, типа не хочешь мою пятюню отбить, что ли, или чё? Короче, все, я решил, я забираю вот эту здоровую куклу к себе домой. Сейчас я ее обмотаю вокруг вот так вот. Чтоб там руки не оторвались, ноги не оторвались. И просто поволоку к себе в нору. Погнали. Обломись. Я знал, что так получится. Ладно, давай, короче, откроем вот эти ворота. Опа, че за фигня? Че это был? Ключи? А как это так? Отпусти мою руку. Волосатая кукла, дай ключик. Ты же не возражаешь, да? Спасибо. Я просто забил. Ты что, возражаешь, что ли, мне? Не возражай мне. А то и тоже сейчас возразю. Ключ индоса дай. По-хорошему прошу. Короче, у меня тут вообще что происходит, ты бы знал. Смотри, коробки летают в воздухе. Я их могу тянуть. Игрушки лежат вне коробки. А эта коробка от этой игрушки. Игрушка должна быть внутри. Когда я стреляю в игрушку, хватаю эту коробку. И, короче, сам видишь. В общем, с коробкой какие-то нечисти непонятные, адские происходят. Как будто черти в нее вселились. Ты посмотри, она летает просто. Ну, она левитирует. Вообще непонятно, что с ней происходит. Там никого нет, пустая коробка, игрушка вон там валяется. Я думаю, теперь на этой коробке взлететь наверх. А я могу на ней взлететь наверх, как на ковре самолете Аладдина. И, короче, там попробовать зайти в пещеру, в которую ведут рельсы. Вот по этим рельсам. Сейчас я попытаюсь это сделать. Я думаю, ты уловил мою суть. И вот я уже на рельсах, я сюда залазю и иду вон туда в пещере. Тут не пройти. Невидимая стена, боже мой. Нас обманули, нас просто провели вокруг пальца. Это фейк, это фейковые рельсы. И да, это были не рельсы, это был конвейер. Здорово, ватса! Пришлось, короче, перезапустить игру. Вот из-за этого дылды, лохматого, обвисшего дылды. А все потому, что он не хотел мне давать ключ. Но там вообще не только в ключе дело было. Там еще и коробка, ну ты помнишь, что я тебе буду рассказывать. Дай ключ, говорю. Или я тебя на лысо побрись, мамой клянусь. Ну вот, другой разговор. Давай, пятюня. Где там этот повар? Вот она, дверка. Откройся. Став онли. Я из стафовцев. Я ставский, самый стафовский из стафов. Опять обломки. Какой негодяй сюда проник и разломал все куклы? Я бы сам расшатал, разломал этого злодея. Че это такое? Генераторы какие-то. Я же еще тот электрик, сейчас все починим, смотри. Вот так ломаешь, потом рукой вот так делаешь, потом вот так вот идешь. Обходишь, наматываешь, хорошо наматываешь, чтобы не слетело. Потом снова обходишь, здесь тоже наматываешь. И все. Теперь на игрушечной фабрике есть свет. Да будет свет, слава мне, а вы мне. А Хаги-Ваги свалил. Чертов Хаги. Надо его заменить чем-то. Это же важная достопримечательность. Кстати, Хаги-Ваги я называю Хагисом. Детская игрушка, Хаггис, это все вообще вот рядышком. Значит, иди сюда, вот это будет Хагги-заменитель. В принципе, это тоже Хагги, только он просто в миниатюре. Какая разница, что здесь будет стоять, правильно? Главное, чтобы что-то стояло. Весь прикол, что оно сюда не встает. Сейчас подпихнем ногой, подтолкнем. Во! Все. Если что, я здесь ничего не делал, так и было. Тут была вот эта игрушка. Валим отсюда. Сверху написано «Сделай своего друга». Окей, кубик мой друг, пошли. Мохнатая лука, пуфейстик, лука, кубик иди сюда. Тут написано, что только с друзьями вход. Короче, пока ты будешь моим другом, кубик,
пока я не поймаю этого пуфыстика. Чья рука? А, меня аж парило адским кипятком, у меня вся рожа поплавилась. Пуфыстик, где ты? Я же знаю, что ты здесь. Я тебя сейчас найду. Давай дружить. Пуфыстик, ты где?